привет, ребята! Ну что же, хорошая новость. Есть такой добрый человек у меня, мой подписчик, который скинул мне все-таки сейвы к этой игре, и я могу продолжать. Да, у нас все с вами получится. И насколько я вижу, там уже, по-моему, да, разбитая эта крыша. Поэтому мы сейчас прямо к ней двигаемся. Я начинаю с того момента, на котором остановилась в этой игре Anniversary. И, как вы помните, в той злосчастной серии у меня здесь заклинило. Именно вот на моменте разбивания крыши я не могла добраться до своего оружия. Сейчас я беспрепятственно к нему иду. И да. Вот они, мои пистолеты. Ну все, держите меня, семеро. Погнали. Теперь-то точно я пройду эту игру. Так, нам нужно туда. Наверх. Здесь можно находить еще, по-моему, какие-то артефакты. Я не знаю, я всю игру этого не делала, и делать ли это сейчас, явно я что-то как-то не хочу. Так, тут, по-моему, стоит разбить стекла, потому что, как вы видите, можно залезть наверх, да, можно залезть, и там наверняка какая-то панелька управления. Меня вообще это место манило еще с самого начала, как я только сюда добежала, я все пыталась на эту лестницу залезть, посмотреть, что тут такое наверху. И ой, не та кнопка. И что здесь? Ой. Все, я забыла все кнопки, блин. Да. Так, рельсы тоже здесь были, видите, неспроста. То есть мы можем как-то вот эту буровую установку или что это такое использовать. На ней покататься. Там я помню, что в конце рельсы было все заколочено. По-моему, видимо, с помощью вот этого механизма, этой вагонетки, мы сможем как-то пробраться дальше. Какая встреча? Извини, крошка. Это конечная станция. Отдай его мне, Ларсон. Тебя это не касается. Хм. А почему это касается тебя? Наследие принадлежит Натли. Поверь, это вовсе не твое дело. У меня нет времени. Уйди с дороги или умрешь. Ха. Ты что, пристрелишь меня? Да брось, Лара. Я просто наемник. Теперь я вижу, как сильно он тебе нужен, но не могу тебя пропустить. И мы оба знаем, что ты не убьешь меня за это. Ну, я бы не стала так утверждать. Потому что ты не такая. Такая. Ты не знаешь, какой я могу быть. Ага, КТС-сцена. Будем внимательны. Здесь нельзя пропустить момент. Да, ну КТшка. Простецкая. И все? Ты, говорит, не такая. Ты жестоко просчитался, чувак. Грусть, печаль. Да? Вот эта штучка мне нужна, да. Помню, как долго мы доставали. Ларе даже неприятно как-то прикасаться к нему. Так, что там такое? Есть еще что-то? Дробовичок. Замечательно, я же ведь только
шла с пистолетами, мы сейчас обратно поставим эту штукенцию, которую он вытащил отсюда. Да, переходник, или как-то он так называется. Убираем с дороги, с наших рельсов, контейнер. Нафиг нам ехать надо. Я хочу покинуть эту злосчастную локацию, на которую мне так не повезло в игре. Да, и надеюсь, что в будущем у меня все-таки не будет проблем. Потому что, ребята, ведь осталось не так много. Буквально, может быть, мы с вами уложимся в пару серий. Поехали, поехали. Никаких заминочек. Что-то она так автоматически врубилась. И вот, да-да-да, вы видите, да? Все, ништяк. Это то, что нам требовалось. Впереди меня ждут забавные приключения, как я вижу. Сплошной ад. И добраться мне аж нужно вот туда, на ту сторону. С криком «Банзай!» начинаем это опасное путешествие к центру земли, так и хочется сказать. Нет, нет, нет. Ларочка, подожди. Не надо падать. Умоляю. Так, назад. На ту сторону, да? Ух ты, ух ты, ух ты. Так, замечательно. Я на месте. А здесь я не могу подняться? Могу. Могу залезть сразу наверх. Сделать крутое пике. Так, подождите. Я могу там взять аптечку. Я рискну. Кто не рискнул, не рискует, тот не собирает аптечки. Вот что я хотела сказать. Да. И там что там есть? Там, по-моему, есть, да, еще что-то такое. Патроны, по-моему. Ну да, ладно. Я уж не буду так сильно рисковать и идти за ними. Я знаю, что я об этом пожалею. Я потому что отличаюсь некоторой корявостью в игре Tomb Raider. Так, подождите. Момент. Так, ребята. Ух ты. Я все-таки это сделала. Здесь какой-то был такой непростой подъемчик. Но я смогла таки запрыгнуть. Так, на ту сторону, что ли, да? Все как-то рискованно, рискованно. Ух ты. Не разбилась наша Ларочка. Ну, кто-то стоит, что ли? Реально, чувак, смотрите. Поджидает. Упс, и сразу катсцена. Я знал, что ты придешь. Ты у меня повизжишь. Если не хочешь составить компанию Ларсону, прочь с дороги. Было приятно, правда? Потом будет еще лучше. Это не объяснишь людям. Это надо почувствовать. Девочка, да ты с ума сошла! Ух ты, еще одна крутая сцена. Так, не пропускаем. Не хотелось бы здесь зафейлиться. Ну и где твоя крутость? Бросает вызов Ларри Крофт. А, жесть. Он какой-то бронебойный, что ли? Она ведь в него прямо стреляет. Вот этого он что-то никак не ожидал. Кто же меня спас?
Так. Паренек спас. И в то же время погиб. Но не Лара причина его смерти, да, вот этот здоровый парень. И что-то тут у нас, сейчас посмотрим, что здесь есть. Так. Ага, я так понимаю, это ворота, да, в которые мне нужно каким-то образом пройти, попасть. Здесь ничего интересного нет. Попробуем, что ли, лезть наверх. Так. Ага, все, я вижу, куда. Куда мне нужно. Так. Долгий путь наверх меня ожидает. Какая лава. И вот по этим штукам, похоже, придется скакать. Ух ты! Нет, стой. Так. Ну там же явно, да, как-то наверх. Давай, Лара. Почему у меня не получается? У меня же вот сюда. Раз. И вот. О, отлично. Да, эпичное местечко. Там вот я, кстати, вижу какой-то артефакт. Повсюду лава. И я не представляю, какая здесь должна быть жарища. По-моему, судя по всему. Так, давай, Лара. Да стой ты. Стой спокойно. Вот эти штуки. Угу. Они отличаются. Смотрите, они зажигают какие-то символы. Обратно. Так, вот та штукенция тоже должна зажигаться. Ой, нет-нет-нет, стой. Вопрос, сможем ли потом оттуда перепрыгнуть? Постараемся, да? Оп, нет, все. Ой, нет-нет-нет-нет, что это такое? Все, это клин. Ребята, смотрите, что произошло. Лару заклинило. Давай. А может быть... Нет. Я думала, вдруг она сможет запрыгнуть на еще одну ту штуку. Но нет. Это было слишком высоко для нее. Ладно. Таким образом, два столба, что ли, как их назвать, мы таки нажали. Эть! Не получилось. Так, хорошо. Еще одна попытка. Почему она не может там захватиться? Вот. О, смотрите-ка, что там есть. Ага. Мне, наверное, стоит, да, туда сходить. Так, сейчас. Подождите, нет, не то. Сколько у меня аптечек вообще? 21 аптечка и 16. Да, я могла бы туда сходить, но мне придется все заново перепрыгивать. Тогда давайте делаем вывод такой. Если я все-таки скачусь еще раз, а что весьма вероятно, потому что там еще раз, два, три, четыре, ну, четыре или пять таких штук, то я туда попробую слазить. Так. Так, так, так. Аккуратно. Вот это мне не нужно. Мне вот эта вот штука нужна. Так. Перепрыгивай мне отстой, Лара. Не надо. Ух ты! А, нет, 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 нет. О! Повезло. Сейчас повезло. Так. Двигаемся дальше, да? Тут нельзя стоять долго на месте, на одном. Так, еще повыше. Ёлки-палки. Вот это она акробатка. Просто высший пилотаж. Это мы нажали. Аккуратно, нет, стой. Еще одну. И, возможно, дверки-то откроются. Ну что скажешь, Лара, нет? Ай! Ай-яй-яй. Здесь есть большая аптечка. Так, и там наверху был какой-то артефакт.
Его, похоже, не так уж сильно сложно забрать. Я хочу понять, я не все, да, нажала? Не все. То есть... Я заново тащусь в эту сторону. Ну, попробуй взять ту аптечку. Чем черт не шутит? А вдруг это будет мой шанс, блин, выжить? А что я там еще не нажала? Тут вроде бы все. По-моему, только рычаг, который там посерединке. Значит, будем пробовать добраться до середины. Так. Оп. Какая я молодец. Это гениально. Так. Я насобирала патрончиков. Тут, слава богу, не пришлось сильно далеко бежать, да? И собрала большую аптечку, которая может спасти мою жизнь. Да что ты будешь делать? Почему этот проход именно вот здесь так сложен для меня? Так, замечательно. Скачем, значит, туда до серединки. Окейшки, ну давайте попробуем пройти все-таки это место. Я думаю, что я могла бы, наверное, пропрыгать до рычага, наверное, с самого начала, когда пыталась задвинуть, да, вот эти столбы. А может быть, и не могла бы, не знаю. В любом случае, она все время здесь на грани какого-то фейла у меня. И брать вот эти артефакты тоже подразумевает еще как минимум одну попытку. Ну что, я на месте. Вот оно. Это мегаэпичное открытие ворот в преисподнюю. Чувство, меня ждет там веселое приключение. Самое веселое, блин, наверное. За все прохождение. И один артефакт даже я умудрилась взять. Отлично. Мы хотим сохраниться, конечно. Так, и немножечко продолжим, да, еще слишком рано заканчивать эту серию. Поехали. Надеюсь, она не разобьется. Круто прокатились. Смотрите, какая красота. Локация, наверное, будет красивая. Как и все, в общем-то, шикарные локации в игре Tomb Raider. Вообще ни одной не видела такое, что прям... Фу-фу-фу. Великая пирамида. Что тут нам разложили? Патрончики. Я чем буду вооружаться? Пока что так. Классно. Туннель такой, иероглифы светящиеся. Красота. За счет чего они могли бы светиться, интересно? Источник их энергии. Непонятен, о господи, что это. Похоже, знаете, на пещеру с какими-то чужими. Коконы или яйца. Что это такое? Здесь ворота. Там что? Это, небось, еще уходит как-нибудь. Выдвигаются какие-то решетки. Лава внизу. Ну, место красивое, посмотрите. Вауч. Шикарно. Шикарно и мега опасно наверняка. Подбираем все, что тут меня разложили, раскидали. Это все я использую обязательно. Как я должна здесь пробраться? На, вы шутите? На самый верх?
Ну, конечно, они не могли так просто взять и не вылезти из своих... Куконов. А, нет, это отстань от меня. Там еще, что ли, твари? Ау! Какой кошмар. Я сейчас тут все аптечки на них израсходую. Ва, блин. Все. Скажите, что это все. Так. Ну, музыка стихла, по крайней мере. О, боже. Я совсем забыла, как сражаться. Напрочь. Но она по какой-то причине вернулась сюда. И что? Что она хотела этим сказать? То есть там была сплошная лава. Она не стала там проходить. И у нас открылась здесь дверка другая. Другая дверка и лестница наверх. Ну окей. Так. Надо срочно, ребята, вспоминать, как сражаться и как делать эти кутые, блин, уклонения. Опять же, стоит только поиграть в другие игры и не поиграть в эту, и все, все забывается. Тихо, тихо, тихо. Еще один птеродактиль. Ах ты, черт, гад ты какой. Все, давай, покойся с миром. Мы тебя не тревожим, и ты к нам не приставай. Я ведь на самом деле ничего плохого не делаю. Им просто не нравится, что я здесь разгуливаю. Ну, это мы ходим по второму этажу. Так. Ладно. Как будто бы понятно, куда идти дальше. Я думаю, что вот все-таки на этом мы, наверное, скоро часть-то закончим, потому что здесь уже начинается... последний этап, и под него как раз оставлю я целую часть. Контрольная точка, ребята, и мы продолжим с вами в последней, финальной части этого эпичного и нервичного прохождения Tomb Raider Anniversary. С вами была Ниагара, всем пока!